Всем моим зрителям огромный привет! С вами снова я, Юлия, и вы на моем канале. В этом видео покажу очень простой дизайн ногтей. Вот такого ананасика мы будем рисовать сегодня. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для начала мне нужно перекрыть в два слоя белого гель-лака. Я уже перекрыла во второй слой и ставлю сушить в лампу. После того, как наш белый гель-лак просох, я снимаю липкий слой. Затем шлифую. Убираю пыль. Затем я беру черную гель-краску без липкого слоя и делаю прорисовку. Ставлю в лампу. Дальше я беру пигменты. Это у меня майский жук и золото. И сейчас втираем. Ну вот приблизительно вот так вот у нас получается ананасик с градиентом. Мы сейчас перекрываем базовым покрытием для лучшей носки. Сушим и затем, ну а сейчас топом. Ставим в лампу. Ну вот и все. Вот такие вот дизайны у нас получаются. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ищите меня в Инстаграме. И до скорых встреч. Пока-пока.